Нормально, у нее уже вся стена в таких дипломах. Спасибо. Семья Роговенко принимает поздравления с победой в номинации «Семейное творчество». Творить всем вместе для них дело привычное. Они не в первый раз принимают участие в конкурсе рисунков «Мой папа – самый лучший». В творческий процесс вовлеклись трое из шести детей большого семейства. У нас папа был подводником, и я хотел изобразить его на профессию. То, что он смелый, отважный и путешествует, там, очень классный, в общем, наш папа. В адрес оргкомитета пришли более 150 работ. Самому младшему участнику нет и 4, старшему уже исполнилось 18. Дети рисовали папу кто как мог – акварелью, маслом, а кто и вовсе сделал объемную аппликацию. Рисунки на конкурс прислали и дети из самых отдаленных северных территорий края. Я нарисовала здесь папу. У нас очень сильный папа. И вот Настя хочет тоже такой же быть сильной, как папа. Город. Вот здесь горы. Здесь облака. Здесь солнышко. Солнышко, полянка. Те семьи, которые не побоялись и взяли детей сиротного воспитания, дети очень талантливые. Мне очень понравилась, безусловно, работа девочки, которой 3,9 месяцев. Она в доме ребенка находится пока. Мне кажется, ее работа вот настолько впечатляет. Нарисован папа, ребенок, кот, как символ домашнего очага, который там ест сосиски. Неожиданностью для организаторов стали работы от детей, проживающих в краевых учреждениях внесемейного воспитания. Хоть это условие, выходящее за рамки конкурса, эти работы, конечно, приняли к рассмотрению. Рисунки разнообразные. Но в основном, конечно, либо это образ какой-то мечты, то есть какой папа у меня будет, либо это были реальные, то есть приемный папа и какая-то вот с ними сцена. Результаты подобных творческих инициатив, которые Центр развития семейных форм воспитания проводит регулярно к различным семейным праздникам, доказывают, только воспитываясь в семье, ребенок имеет возможность стать полноценной личностью. Через совместное творчество с папой и мамой отношения становятся гармоничнее, а значит и вся семья крепче. Еще больше талантливых малышей остаются в детских домах и ждут вашего внимания. Задавайте свои вопросы по телефону 258 15 33.